Творческая биография поэта началась довольно рано. Свои первые стихи он написал еще в 1964 году. Ему тогда было 10 лет. Однако полного расцвета его творчество достигло спустя 16 лет, когда он пришел в литературно-художественное объединение «Парус». С того времени произведения Сергея Зубарева стали публиковаться в газетах и журналах Анапы, Кубани, а также Ставрополя и Санкт-Петербурга. Его стихи напечатаны во всех 10 номерах альманаха «Парус», членом редколлегии которого он является на протяжении многих лет. На встрече звучали стихи Зубарева в исполнении как почитателей его таланта, так и самого автора. Запомни вкус этого слова, почувствуй живое тепло от этого слова простого, в душе, как от солнца светло. Оно слаще майского меда, парного теплей молока, срывается капелькой йода на всякую боль с языка. В нем жизнь торжествует упрямо и с радостью входит в дома, где слышится звонкая мама или первая робкая ма. Автор пополнил книжный фонд библиотеки своими сборниками. В ответ сотрудники Дома книги подготовили презентацию о поэте и подарили ему редкое издание стихов Высоцкого.